Знаешь, надо сделать, каким качественный пролог сегодня. Была объявлена акция, вот Знамя Победы. Школы, техникумы, любые, там семья, значит, видели свое Знамя Победы, рисовали, вышивали, значит, наклеивали. Я их вот собирал, потом мы выбирали, какие лучшие. Каждый вот этот знамя метр на метр. И их вот 70 в длину и 5 в ширину. Ну, для того, чтобы развить, вот, всем показать, что молодежь тоже имеет свой патриотический дух. И показать всей стране, что мы тоже можем. Моя прабабушка и мой прадед работали в ТВО. Мой прадед делал оружие, боеприпасы. У меня прям желание было вот в этом во всем поучаствовать, знаете. Почему? Мне кажется, что это достаточно достойно. Второе подразделение. Престижно, что ли, для самого себя. Подготовили дети отличные знамена, которые шили в одно огромное 70-метровое знамя. И стоит, наверное, сказать и детям спасибо, и в первую очередь нашим ветеранам за все. У меня этот праздник вызывает какие-то одновременно очень смешанные чувства. Это как бы и радость за то, что да, мы выиграли, как бы и гордость, и при этом легкую грусть. И это как дань, что ли, отдать своим родственникам, которые прошли это, и дедушкам, и бабушкам. На самом деле молодежь, она очень активная. И участие в таком мероприятии – это огромная честь для нас. Нашу КАИ зарегистрировалось более 3000 человек. Мы вошли даже в десятку по России зарегистрировавшие. Вообще, я сразу скажу, что это личная инициатива каждого молодого человека. Там никто их там не заставлял регистрироваться. Поэтому большинство из них, практически все они, принимают участие в организации мероприятий, посвященных 9 мая. Это те ребята, которые занимаются поисковыми работами, наши реконструкторы, те, кто просто хочет оказать социальную помощь, поддержку ветеранам. Спасибо, братья и сыны, за ваш подарок к Дню Победы!